Сильный порывистый ветер до 22 метров в секунду разгулялся между поселком Виноградный и хутором Капустино. Неблагоприятные погодные условия, осадки, дождь со снегом, и в результате на деревьях, опорах и высоковольтных линиях образовалась ледяная корка до 3 сантиметров. Три опоры, не выдержав, обрушились. 1500 человек, проживающих в 4 населенных пунктах Капустино, Нижняя Гастагайка, Красный Курган и Красная Скала, остались без света. Бригады работников Кубанинерго проработали несколько часов до полного восстановления подачи электроэнергии. Дополнительную помощь оказала администрация города. Помогли специальной техникой и организовали дополнительные бригады рабочих. В результате слаженной и четкой работы в 6:55 во всех домах жителей сельских населенных пунктов зажегся свет. Наталья Пухальская, Алексей Мухортов, Анапа регион.